20 инвалидов-колясочников и 6 маломобильных горожан побывали на выставке в художественном центре «Анека Ангарск». Экскурсия стала возможной благодаря помощи окружной администрации и социальной службе СТС, которая доставила людей с ограничениями здоровья прямо к выставочным залам. Это как храм красоты и искусства. И смотря на эти картины, да, у меня непроизвольно как-то, знаете, внутри как-то все, даже вот выразить я не могу, даже иногда слезы пробивали. Нужно отметить, что такие поездки люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата совершают нечасто, поэтому каждая экскурсия в мир красоты и искусства приносит ценителям массу положительных эмоций.